Здравствуйте, меня зовут Филиппова Алена. Я основательница фитнес-студии. Я являюсь преподавателем по танцам и фитнесу. И сегодня мы с вами поговорим о таком направлении, как тверк. Прогиб. Прогиб. Делаем сброс. Бум. Колени раскрываются, приспособляются в сторону. Не вперед, а в сторону. Да. Подкидываем наверх. Бум. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. В какой-то момент все вот женские направления танца стали резко популярны. Вот хай-хил, стрип, тверк и так далее. Как думаете, почему так произошло? Девушкам хочется становиться более женственнее, сексуальнее. И именно танцы в этом помогают им раскрыться. Благодаря танцам девушка внутри, она очень-очень раскрывается и тем самым наполняется. Как происходит эта трансформация от суперзажатости до уже могу ноги вот так раздвинуть? Ну, на самом деле, это дело времени и зависит от каждой девушки. Если она готова, если у нее есть, это то самое внутреннее желание, чтобы быть такой, она обязательно ей станет. Какие вот направления танцев вы бы выделили, чтобы вот раскрыть эту женскую энергию? Вообще у меня на самом деле авторские стили. Это такие как эротик дэнс, экзотик дэнс. Сейчас я недавно, совсем недавно начала его изучать и преподавать. И тверк. Вот это все, я бы сказала, такие самые, ну не то чтобы развратные, но самые такие сексуальные танцы, которые необходимы каждой девушке, чтобы она почувствовала ту самую женскую силу. Мы в течение месяца изучаем хореографию, потом ее снимаем, девушки раскрываются, съемки все у меня сольные, они на камеру. Круто раскрывает каждую девушку. Левошик, начинаем. Влево, полукруг, полукруг. Вправо, можно головой тоже влево, направо посмотреть. Вперед, наклоняем корпус, опа, отводим назад. Да. Остановились в этом положении, руки можно опустить вниз. Эротик дэнс – это партерная хореография в стрипах, занимаемся на полу. То есть у нас всякие там прутки, развороты, там какие-то такие изящные движения. А второй стиль танца – это экзотик дэнс. Вокруг пилона, на пилоне танцы, то же самое. Также на стрипах выполняются. Вот есть как будто бы более скромные, допустим, восточные танцы, они тоже несут вот эту женственность, какую-то сексуальность, но более в другом виде. Вот почему нужны именно вот такие прям, которые вы преподаете? Ну, не каждая девушка может себе позволить так танцевать. А именно здесь, у нас, в нашей студии, она может в обществе девушек раскрыться. И никто об этом не знает. У нас есть такие девушки, да, которые, например, в жизни они все при параде, в костюме, а приходят сюда, и они совсем по-другому себя чувствуют. Это какое-то тайное сообщество. Да, 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 да. Ну, я бы назвала так на самом деле. Кто-то, например, наоборот, стесняется, то есть он не может в жизни себя так вести, там, одеваться открыто. А здесь она придет, и здесь ее, за ней никто не подсматривает, никто ее не осуждает, никто ее не сравнивает ни с кем. Она здесь сама с собой, можно так сказать. Консервативно будем говорить про них. Угу. Считают то, что это прям какая-то пошлость, что это не женственность, что это некрасиво. Как вы относитесь к этому? Этого не избежать на самом деле. И я уже давно абстрагировалась от этого. Раньше, да, конечно же, мне было прям некомфортно себя чувствовать, что вот тот говорит, что я такая, я какая-то неправильная. А потом мне стало просто все равно. Я живу для себя, и я проживаю эту жизнь здесь и сейчас, и мне еще на чьё-то мнение обращать внимание. Ну, это глупо. Как вы прошли эту трансформацию? Это длилось долго? А на самом деле, это я к этому пришла, когда у меня в жизни случился переломный момент, я бы так его назвала бы, вот, в плане отношений. И я почувствовала себя, что я ненужная, что я некрасивая. И я поняла, что нужно что-то прокачивать себе вот здесь, именно отсюда, чтобы все шло отсюда, и тогда внутри, внешне это все, ну, все это увидят. И я поняла, что мне нужно заниматься танцами. Это такой терапевтический эффект. Да, да, да. Поэтому, мне кажется, многие девушки, вот особенно у кого есть проблемы в жизни, танцы – это прям терапия.
для меня, если бы в моей жизни не было танцев, я бы, не знаю, как бы я вообще боролась бы со всеми проблемами жизненными. Есть ли какой-то возрастной порог, чтобы заниматься этими танцами? Только 18+. И все, а так, если позволяет здоровье, можно заниматься в любом возрасте. Теперь давайте поговорим о тверке. В какой-то момент, это, наверное, год 15-16, вот он резко появился. Да. Почему? Это же вообще с Америки все пошло к нам, дошло. И я увидела, как у меня произошло, я увидела просто в Ютубе ролик, где трясут попой, мне очень понравилось, я начала пробовать дома сама, и в какой-то момент все у меня зародилось желание, и потом это все преобразовалось уже, раньше это был booty dance, сейчас это уже тверк. Сама занималась, и потом уже решила, что хочу преподавать, и сейчас этот стиль уже, да, один из самых популярных. До сих пор он держится. Конечно, да. Но это же танец пошел от девушек с большими формами. Могут ли тверком заниматься девочки, которые не обладают? Могут, а почему бы и нет? А с большими формами это просто смотрится как бы так зрелищнее, я бы сказала. Тверки задействованы мышцы, и мы работаем там мышцами. Те же тряски, они выполняются не за счет тряски попы, а за счет мышц. Мне нравится, что этот танец, это стиль силовой, я бы так сказала. И благодаря этому стилю танца можно отлично развить выносливость, подтянуть формы. Даже просто мы стоим, трясем вот так, и все работает. У вас работает корсет, полностью задействованы мышцы пресса. Рельеф ног просто божественный, я бы так сказала. Можете по моим ногам заметить. Вот. Ну, соответственно, руки, если какие-то тряски делать в партере, там хороший упор на руки. И очень круто развивается форма. Сейчас я вообще начала практиковать фитнес и тверк. Я с резинками, мы выполняем какие-то тряски. Это тоже очень круто. Никто до этого такого не делал. Есть разные положения. Положение там трапеции, лягушки, какие-то повороты сюда, на упоре, без упора. То есть это все виды, и в этих всех позициях можно отлично трясти. Девушки очень часто, например, собираются, просто мне дарят какой-то подарок, искренне говорят слова благодарности о том, что Алена, спасибо, что поменяла мою жизнь, я стала совсем другим человеком. Кто-то мне вообще говорит о том, что Алена, ты второй самый лучший человек в моей жизни после мужа, которого я когда-то повстречала, да, и такое было, что ученицы так отзывались обо мне. Начните заниматься танцами. Это очень раскрывает и раскрепощает каждую девушку. И вы через какое-то время почувствуете, что вы просто стали совсем другим человеком. Вы полюбите себя, вас полюбят все вокруг. Все начинается отсюда.